завтрак после утреннего намаза в аэропорту Домодедово. Мы здесь ждем, пока объявят посадку, потому что сегодня мы выдвигаемся в Умру. Дорогие братья, видите, здесь перед посадкой наш дорогой шейх Асхат Хазрат, и здесь Рамиль Абый, у которого мы были фактически в гостях. Из Дагестана выходит на связь. Да, машаллах. Как там на Каспии вообще? Машала. Как там аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, агульцы, цахуры? Кого еще забыл? Нагайцев забыл. Машала, машала. Всевышнего звезд. Вам салам всем, братья. Алейкум салам. Смотрите, какой ажиотаж с вылетом. Какое количество людей. Стремится и рвется к дому Аллаха, к милости Всевышнего. Пусть Аллах Всевышний примет и воздаст каждому из наших братьев и сестер. Прибыли, наконец, в аэропорт Джидды. И, пройдя паспортный контроль, идем сейчас в зону погрузки в автобусы. Иншаллах, и будем выдвигаться в Медину. Мадину Тимунаура, лучезарный Медину. Братья и сестры, мы сейчас из Джидды едем в Медину. Фактически это Тарикуль Хиджра. То есть фактически это дорога переселения пророка Мухаммада, мир ему благословение. И посмотрите на нашего водителя. Нашего брата зовут Аднан. Из Пакистана. Очень колоритный такой персонаж. Машаллах, крутит баранку профессионально. Аднан, субханаллах. Кто мне скажет в комментариях, откуда вообще происходит имя Аднан? Вопрос на засыпку. Братья, салам алейкум, алейкум, алейкум. Остановились помолиться на полпути в Медину. И вот здесь прямо на кондиционерах написано дуа. Смотрите. Субханаллаху алейхамду. Субханаллаху алейхамду. Восхваление Аллаха Всевышнего. И дальше дуа. Аллахума. Инни ас'алюка алейхамду. Аллаху алейхамду. Даже кондиционер читает в этой святой заповеди. Машалла, дорогие братья, видите, мы уже постепенно подъезжаем к мечети пророка Мухаммада, мир ему благословение. Сейчас мы будем заезжать в нашу гостиницу, но потом наш брат Аднан тоже, иншалла, с нами. Или Масджиду Набави, иншаллах. Машаллах, дорогие братья и сестры, наконец мы дошли до мечети посланника Аллаха, мир ему благословение, в Медине. Видите, какие здесь роскошные солнечные зонты. Их обычно сворачивают на ночь, но сегодня оставили. Они укрывают паломников, молящихся от солнца. Машаллах, миллионы сердец тянутся сюда. Не каждому, конечно, удается, но Аллах Всевышний дал нам милость еще раз посетить мечеть посланника Аллаха, мир ему благословение. Вот зеленый заветный купол. Машаллах. Сейчас мы попробуем попасть внутрь. Надеюсь, она еще открыта. Машаллах. Видите, мечеть не закрывается ни днем, ни ночью. Просто завораживающие картины.